Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. И это мы смотрим обзор на декабрь месяц по паре евро-доллар. Я давала раньше, но я давала совмещенные, то есть 4 основные валютные пары. Многие не находят этот обзор, поэтому я еще раз буду его выкладывать, но по каждой паре отдельно. Так что смотрите там, где на сайте, здесь на сайте выложены все пары, значит найдете каждую по отдельности. И сейчас у нас пара евро-доллар. Смотрите, какие ожидания вот на этот месяц, дорогие друзья. Сейчас мы пока идем вниз, оттолкнулись мы от разворотной линии месяца, идем вниз. Вот это вот приблизительный, скажем, диапазон. Но мы сейчас идем вниз, идем тестировать. Вот если видите, здесь вот синенькая такая линия, это граница годового канала. У нас получается один слегка только восходящий, другой прям конкретно. И вот мы приближаемся к этой границе. Все зависит от этой границы канала. Вот на следующий год будет евро валиться вниз дальше или все-таки отсюда развернется и пойдет вверх. Закрепиться вот ниже этого уровня. То есть пойдем вниз. Отрабатывать, потом, возможно, вернется назад тестировать. Если вот закрепиться здесь ниже этого уровня, ниже 31.30, где-то вот в этом районе, можем пойти вниз до 28.95, 29. Вот, потом, возможно, возврат опять тестировать линию года, вот 31.63. Ну, посмотрим, произойдет это в этом месяце или нет. Посмотрим. Все зависит вот от этой годовой линии. Где-то 31.40, 31.30. Вот так вот. Вот такие вот ожидания по евро-доллар на этот месяц. Если же не закрепиться ниже, оттолкнется, отсюда вернется еще раз тестировать вот разворотную линию месяца. Где-то 33.70. Вот так. Вот. Пробьется выше, закрепится, значит пойдем к этой границе вот этого нисходящего. Вот видите, один получается нисходящий, вот, а другой слегка восходящий. Ну вот как-то так. Вот, чтобы вы поняли, вот один у нас получается, вот, вот он, такой восходящий. Вот, а другой, вот он, получается, как бы нисходящий канал. Вот, видите, туда вниз. Все вот зависит от вот от этого движения. Вот. А там дальше видно будет, что у нас отработает. Вот где-то вот здесь, вот видите, находится вот линия годовая. Вот. Мы, возможно, идем сюда тестировать. В пробое и закрепление ниже, открывая дорогу вот сюда, вот к концу, и возможно даже не отсюда, возможно на разворот вот так вот сюда тестировать еще линии, если мы надумаем, закрепимся и надумаем двигаться вверх. Все зависит вот от этой вот линии. Ну вот приблизительно такие ожидания, дорогие друзья, на декабрь месяц по паре евро-доллар. С вами была я, Анастасия Час, и до следующего обзора. Пока-пока.